Внимание! Пожарная тревога! Срочно всем покинуть помещение! Срочно всем покинуть помещение! Школа-интернат была построена более полувека назад, поэтому в силу конструктивных особенностей здания сегодня сложно соблюсти все меры пожарной безопасности по современным нормам. Крайняя проверка, я не говорю последняя, крайняя, была проведена отделом надзорной деятельности по городскому округу Первоуральск 14 июня 2013 года. Выписано предписание и акт об устранении 7 нарушений в области пожарной безопасности. Основные претензии пожарных инспекторов касались запасных выходов. Кроме того, проблема возникла с прачечной. Дело в том, что она находится в подвале, и никакой возможности перенести ее в другое место нет. Однако выход нашли. Теперь стирать вещи в Перуральском интернате своими силами не будут. Этим займется сторонняя организация. В данном здании по результатам последней проверки все нарушения устранены. Кроме того, мы считаем, что главное – правильное действие детей и всего персонала в случае чрезвычайной ситуации. Проходят постоянные тренировки, и дети знают о порядке действий, об ответственных, куда двигаться в случае чрезвычайной ситуации. Это очень важно. На данный момент на территории Свердловской области находится более 500 социально значимых объектов. Все они, по заверению специалистов регионального управления МЧС, находятся на постоянном контроле. Сейчас у нас информация обновляется каждый день после проведения объектов, да, данной категории. И на данный момент времени в черном списке уже находится не 40 объектов, а 16. То есть замечания, конечно, устраняются. Сегодняшняя проверка пройдена успешно. У пожарных нет претензий ни к Первоуральскому интернату, ни к другим социальным объектам города. Алексей Николаев, Влад Черноусов, Интера ТВ.